Доброе утро, дорогие подписчики. Я обещал вам показать наши, так бы сказать, поделки лесного господарства. И при входе в лесное господарство, в контору, нас встречает вот такая вот доска. Ну, не доска объявления, а красота. Вот смотрите. Вот такой. На фоне леса, избушки, на курьих ножках. Грибов и всяких этих выглядывает дикий кабан. Посматривает голова. Смотрит. Вот такая поделочка. Вот так, ребята, красота. Вот так, это все сделано бензопилой. Не только там, что, как все думают, лес валить. Но делать такую вот красоту. Вот такой кабанчик, вот такая избушечка. Я думаю, кто уже был у нас в гостях, тот видел. Вот так вот. Вот так встречают при входе. Вот такая красота. Возле красоты стоит ступа. На ней можно полетать, кто умеет, конечно. Вот такая вот ступа. У ней же, правда, выросли деревья. Но в этой ступе есть хозяин, дорогие подписчики. Я сейчас вам его покажу, хозяин ступы есть. Вот такие цветочки, красотулечки. Все цветет, буяет, надо будет уже постригать. Но это все мы сделаем. Вот такие цветочки, красотушечка. Так что лесхоз процветает и цветет. Не зацветает, а процветает. Сейчас я вам покажу, хозяин ступы где. А хозяйка ступы рядом. Не хозяин, а хозяйка. Может, я уже и показывал в своих видео. Вы уже ее знакомы, некоторые люди с ней. Вот такая хозяйка ловит бандитов. Кто зашел в лесхоз с плохими намерениями, берегись, поймаю. Вот такая красавица. Вот так поглядывает. Это тоже народное творчество наше. Вот так в кушерях сидит. Бдит с горбом такой, ух вы негодяи, кто будет обижать матинку природу, сразу, вот такая, ногти накрашены, все как положено, вот так, ребята. И тут, чтобы далеко не ходить, сразу же у нас еще одна дверь, дверь тоже с такой оригинальной надписью. Охотовед. Вот даже есть его фотография. Вот, видите, какой ходит у нас охотовед. С курмультуком. Вот так вот. Темная дверь и надпись с золотыми буквами. Ну, охотники, что ж ты сделаешь? Все в золоте. И тут проходим дальше. И знакомимся. Кто не знает, а кто видел, встречаем старых знакомых. Это наш Биг Босс. Вот он уже где живет. Вот поглядывает на свое хозяйство. Биг Босс в цветах, а вокруг него это оказались его невесты. А я ему тут примостил. Думал, что это детки. А он еще поглядывает на невест, на молодых. Вот оно что за Биг Босс. Вот такой сидит тут в цветах. Вот так, прищурился в очечках своих. Как подписчик Миру Мир говорит, посмеялся, говорит, прикоцанный. Конечно, прикоцанный. Весь в коцках таких. Ух, парняга. Ну и невесты. В розах сидят. Он, смотрите, какие. Вот так, ребятушки. Вот такие невестушки. И худи, и толсти. У нас тут уже каждому имя подавали. Все уже узнали себя в них. И ось тоже модница такая. Сидит. Бдит. А кот смотрит, чтобы никто никуда не ушел. Смотрит, кто куда ходит. Кто приходит. Вот так, дорогие подписчики. Тоже мне многие спрашивают, где их можно купить. Но мы будем узнавать, где можно купить.
если они продаются. Но наших тырить нельзя. Кто придет стырить кота, баба-яга секир башка тому сделает. Вот так. Но это еще не конец нашим поделочкам. Сейчас я вам покажу еще дальше. И тут мы проходим, проходим, проходим. И встречаем таких во. Вы же их видели. Сидит корова. Поглядывает, смотрит в сережечках. Корова лесхоза, которая кормит лесхоз. Вот такая. И пастух коровы, естественно, тоже сидит. Все сидят в кушерях, в засадах. Вот так. Все в зеленушке любят сидеть. Ну и, короче, кто будет тут баловаться, так бы сказать, заниматься ерундой, то всех ждет. Кто? Конечно, серый волк. Вот такой серый волк, который посмотрит уже, если кто дальше хочет пробраться, смотрит серый волк. Вот так, ребята, подделочки, заделочки. Кому нравится такое видео, естественно, ставим лайкосики, пишем комментарии про деда этого дежурного. Он сидит. Вот такой вот. Корова, которая кормит лесхоз. Коты, которые встречают с радостью вас. Кабан, который поглядывает. Ступа, баба-яга. Пишем комментарии, кому понравилось самое больше, какая подделочка. Может, охотники, которые над дверями себе повесили такую с золотыми буквами. Пишем комментарии. Подписываемся на мой канал. Это был с нами наш лесхоз. Это был Севердонецкий. Вот смотрите, чтобы знали, как называется. Севердонецкое, лесомыслицкое господарство. Так что господарству уважуха и почет. По делочкам умножаться, только размножаться. Мастеру поделочек, это творческих всяких этих благ. И пишем комментарии, кто хочет, чтобы я снял еще там интересненький. Может, мультик давайте из них зафигарим. Я только буду с вами рад сделать. Пишите мнения свои, буду снимать, сниму, покажу.